ребята, я в Макао. Это регион Китая, но такой особенный, он с казино и всякими такими штуками. Очень красиво. Я не пожалела, что приехала. Я сейчас буду кушать. Смотрите, что. Очень красивая подача, прямо горячая, на сковородочке. Мне так вообще классно. Значит, дали мне, смотрите, и палочки, и ложку. Я когда первый раз была в Китае, я палочкой пользоваться не умела. А мы были на острове Хайнань, и как-то мы там все питались на подножном корму. Там, если что, и давали только палочки. Это была такая проблема, то есть до поездки туда как-то не было необходимости кушать палочками. После поездки я быстренько вернулась и научилась. И, в принципе, мне очень нравится. Давайте что-нибудь платим. Да? Ребята, вкусно. Очень часто в таких восточных странах всякие подливочки, соусы вкусненькие. Вот. Сейчас мясо попробую. Немножко как-то обыкновенно. Не так вкусно, как могло бы быть. А вот рис с какими-то специями. Ой, да. Он бегает. Да, специи я люблю. Приезжайте в Макао, будем кушать такую же вкуснотичку. Сейчас на камеру не смогу взять. Видели, какими крошечками я ем? Все, спасибо, что посмотрели. Смотрите дальше. Я еще тут остаюсь, буду писать. Подписывайтесь на канал, я часто путешествую. Пока-пока.